Витала на Пасху, на Малефик и звезду. Витал весь период Пасхи до Троицы, за 2 недели до вербного воскресения и до Троицы. Таро Малефик, алтарь красный, декорируем пасхальным декором, ложим на ночь. Карта лежит поверх всей колоды. Утром все перемешать, спрятать в коробочку. Лежит до утра. Говорим заклятие в момент, когда восходит звезда. За 2 недели плюс-минус от Пасхи проходит полный цикл. В любом случае успейте. После заклятия говорим желание вслух и четко. Все исполнится. Четвертый вариант от предательства близких на Альциона. Куи цела почтли. Шестой аркан – влюбленные. Куи цела почтли. Через шестой аркан в Пасху и Альциону от предательства близких защити. Прошу заклято. Уйцелопочтли – бог войны и солнца ацеков. Он именно работает с предательством близких, умеет разбираться с врагами в семье, которые нож в спину нам вставляют. Вроде любят, но вставляют нож в спину. А многие и не любят вообще. Говорите, что у вас случилось. Вообще Альциона восходит во время двух пасок 2-3 раза и до Троицы. Сделать успеете, это звезда слез и горя. Я не всегда выставляю отдельно на канале. Можете набрать Альциона. Я оставлю ссылку и об Уицилопочтли. Я о нем делала обзор. Бог Уицилопочтли. Можете посмотреть на канале. Если у вас нет, то Малефик, делайте скриншот, храните 13 дней после удалите алтарь, накройте и богатый.